говорить по делу, а значит, что команда сильная. Я первые очки Sunrise здесь набраны. Дать передачу и потерять. Забил тепло. Реализовал он этот момент. Козлов. Номер 4 Дмитрий Фролов. Номер 55 Францевич Константин. Номер 10 Дмитрий Пересыпкин. И Козлов на Францевича. Здесь Скотников. Скидка. Францевич. Три. Полетело. И залетела эта трешка. Я не ставлю. Потому что не знаю почему. Поэтому можете просто писать приятные вещи в чатик, если есть у вас такое желание. Но не получилось в любом случае. Пересыпкин, передача, тут можно три бросить, но проходит. Хорошо проходит Козлов, два очка добавил. Передача Пересыпкина, будет сейчас защита? Между этим передачу отдает. И бросок из-под кольца заходит. Вот это да, Sunrise хорошо стартует в этом матче, а Стоктон выиграет. Передача от Козлова на Воронцевича. И из угла. Есть! Забивает Скотников из угла. 10-8 счет. Стоктон немного впереди. Бондарев бросает. Забивает. Плюс 2 очка сейчас. Скотников передача на Козлова. Козлов решил проверить свою трешку. Подбор берет Степанов. И надо добавлять. Надо добавлять в тот момент. Там прямо сопротивление было мало. Забивает Францевич. Забивает, и даже кричать я не буду, потому что это классический мяч остается в первом четверти. Бросает Моргунов. Три! Трешку забил. И времени не будет. Времени не будет у Стоктона. Состав у Sunrise сегодня такой достаточно неполноценный для этой команды. Они могут играть вообще там в десятером. Пересыпкин. Подбирает сам за собой Эндуан. Два очка считают. Один штрафной добавлен. Точно пересыпнем подбор. Здесь футбэк от Пересыпкина без данка, но очень спокойно это было сделано. Легчайше это удалось. Бондарев бросает. И добивает два. Еще пас. И бросок от Моргунова. Еще одна трешка. Тут нужно вот такую классную с результатами по сезону. Теплов. Три считай. Считай эту трешку. Это два или три? Победы приехали. Скотников передачу отдал под кольцо. Пересыпкин плюс два. Чит-коды использует. Еще пас отдал. Клоп на Бондарева. Вау, Бондарев! Как же хорош! Сейчас реализовал этот бросок из-под кольца, хотя я не могу, чтобы побеждать. Сходников бросает трешку. Есть! Забивает 25-й номер. Стоктона. Не забивает, но Пересыпкин на подборе. И снова не точно. Пересыпкин просто Ctrl-C, Ctrl-V. У него все очки в этом матче. Второй бросок есть. Козлов, передача. Бросает Скотников и забивает трешку. Туда ее. Передача на Бондарева. Бондарев вернулся. Ой, красота! Бондарев! Забивает. Точно, подбор. Францевич сам берет. Францевич споткнулся, здесь два очка еще добавил. Два очка добыл. А вот Sunrise, посмотрим, добудет и сейчас три. Добывает, Пересыпкин. Трешку забил. Пролов. Вот это Пересыпкина, это то, чем можно заниматься всю игру. Здесь передача на Старикова, Стариков сыпает. Прихватывает сейчас Давнар. Можно реализовать. Можно. И делает это Давнар. 4 очка разница. Точно Пролова. Пролов. Пас на Старикова. Стариков на Воронцевича. И есть. Забивает Воронцевич.
Плюс 3 очка сейчас. Забит бросок Давнара. За технически. Это здорово в том смысле, что можно все рассмотреть, но это не очень здорово. Динамица трансляции. Бондарев and one. And one. И будет еще. Еще скидка, диплом. Бросает и забивает трешку. Уже совсем рядом Санрайз. Санрайз хороший всего лишь. Передача на Фролова прошла. Фролов плюс 2. Фролова по трешкам сегодня очень нехорошо. Вернулся очень хорошо. Передача прошла. И Фролов добавляет сейчас еще 2. Ну, как это назвать, не очень эффективный в своих действиях. Стоктон очень манит тем, что это может быть суперэффективным баскетболом, но у них не цепляется во многом из-за того, что Стоктон использует стратегию, которая у них не работает. Теплов прекрасен. Теплов еще одну трешку. Вот он, шутер. Есть 3. Есть 3 в ответ. Сейчас не держали Воронцевича, а не держать Воронцевича — это... Францевич пытается до Жени достучаться и показывается время. Я думаю, вам видно. Францевич все время показывает, что пробежка там была. Ну вот не знаю, я такие пробежки... Странно, что Францевич не бросил, было бы достаточно логично сейчас. У Козлов более свободный бросок. Это окупается. Свободные броски. Францевич покрутился, посмотрел. И забивает 2 очка. Очень спокойно. Раз в падении. Козлов мяч обратно не получает. Получает Воронцевич от Присыпкина. О, Воронцевич! Ой-ой-ой! Легкие 2 очка. Скотник его передачу сейчас запишет. Нравится? Ну а что, Санрайз? Правда, что... Мне кажется, Санрайзу мало побед. Вот сейчас еще 2 очка. Набранным очкам у него 16. 5 подборов еще. Скотников бросает и здесь забивает с мясом Давнар. Давнар побежал сейчас в отрыв. 3 бросает, правильно, стратегия, и 3 есть. Залетает трешка. Воронцевич еще отдает. И Скотников плюс 2 очка сейчас метит на паркете. А сегодня много мяч получает, это здорово. Францевич снова легкие очки для себя добывает, очень хорошо. Он находит пространство. Перед Стептин еще передача. Степанов, ну как так? Забивает наконец-то Степанов с передачи от Пересыпкина. Имя Слитин не точен. Ух, какая передача от Францевича, забить Скотников. Хорошо. Отличный пас, отличная передача. Жаль, вперед Санрайз, получается. Скотников бросает. Есть 3 еще. Ну да, все. Стоктон. Степанов. Есть плюс 2. Убивает сейчас Степанов. Под кольцом подразогнался. Прыгнул. Ну, друзья, как-то разгромным становится счет под конец. Не должен был быть он таким. Мерзликин. Ух ты, какой хороший блокшот получается от Козлова сейчас. Влетел Козлов. Остановил. Что, друзья, да, матч потерял свой интерес уже к последней минуте. Точно. Рогачев бросает и забивает 2. Молодцы, Санрайз. Хорошая игра, кстати, у них была. Вот прям не могу не выписать респект. А тут Скотников, какая красота забита им. 4-й командный и 4-й у Скотникова. Бондарев бросает сейчас со средней. Забивает плюс 2. Пару владений. Шрота. И здесь под сирену он забился. Вот эти 2 очка, но понятно, что там уже никто и не защищался. Кроме одного игрока. Доктор.